Всем доброе утро, хорошее настроение, отличного дня. Хотела вам показать, как смотрятся волосы при дневном освещении. Гладкие, сверкающие, блестящие, ухоженные. В общем, рекомендую от души, потому что действительно сказочная процедура, она действительно работает, она имеет накопительный эффект, но после первой же процедуры у вас волосики оживут. Мне, в общем, опасно фотографировать нашу новую коллекцию обуви, потому что мне нравится все. Вот эти ботинки, это просто разрыв, девочки. И я себе беру. И сумочку, конечно, тоже. Показать вам запрещенку. Та-да-дам! Незаменимый, всеми любимый Макдональдс. Я никогда не ем в Макдональдсе, это правда. Единственное, что могу себе позволить, это латте, и то крайне редко, потому что мне кажется, что они туда что-то добавляют. А вот это вот вкуснятина. Интересно, а чье это? Чье это? Я ненавижу Макдональдс. Я просто тоже... ненавижу. Мне плохо от него. А чье же это тогда, непонятно? На самом деле, наша коллекция «Осень-зима» в Buna Shoes – это моя гордость. Мне кажется, она получилась у нас просто бомбический, разрывной, классной, стильной. Вот эти пошли сразу же мне в гардеробную, они уже ждут снега. Посмотрите, натуральная замша, натуральный мех. Очень круто смотрится. Светлые я тоже себе взяла, потому что они прям наикрутейшие. Buna Shoes. В общем, заходите на страничку в Buna Shoes, выбирайте свою идеальную обувь. Эти я уже, показала. Вообще бомба. Я их, конечно же, тоже себе взяла. Вообще, у нас очень много красоты. Ждем всех в Buna Shoes.